Добрый день, дорогие телезрители! Вы смотрите передачу «Будь якутской». Мы сейчас находимся в Музее боевой славы, который находится при ДОСААФ. Великая Отечественная война затронула каждую семью нашей республики, и в этом музее мы можем ознакомиться с историей, с патриотизмом, героизмом якутян. Будьте вместе с нами! В марте 27 года Осавиахим в то время пришел в Якутию. То есть нам вот в следующем году будет 95 лет. Значит, к сожалению, история не дошла до нас о создании вот именно музея, но есть факт, что с 60-х годов здесь был собрание ветеранов, которые собирались, чаепитие, сослуживцы, однополчане воспоминали именно вот в этом зале в ДОСААФе. И на этой стенке вот представлено, то есть те люди, которые что-то оставили по крупицам себе с того времени. В 80-х годах уже был сформирован непосредственно музей боевой славы, и как официально он был закреплен в 95-м году. Именно уже при региональном отделении ДОСААФ вот, музей боевой славы как таковой состоялся. Значит, основная задача – это, во-первых, нашему подрастающему поколению дать память о нашей войне, да, то есть чтобы они не забывали, чтобы они учились на этих уроках, чтобы помнили, знали и могли представлять, чтобы такого больше не повторить. Но опять же, что, вернемся к стендам, да, тут то, что оставляли ветераны, и у нас работает очень часто, не часто, а ежегодно, вот, к сожалению, сейчас пандемия прошла, поисковый отряд, который выезжает на место гибели, место участия в боях именно наших воинов-якутян. То есть дословно находим, вот поисковая работа проходит, что ребята наши участвовали под Ржевом. Ну и, соответственно, мы туда выезжаем, там порядка 200 человек, это была рота якутская, начинаем вести раскопки, действительно находим медальоны, то есть какие-то экспонаты вот вывезли, у нас представлены на выставке. Ну, на сегодняшний день мы продолжаем также собирать ветеранов, оставшихся наших. Ну, в частности, вот недавно умерший Вересовой, кавалер трех орденов Красной Звезды. Значит, он перед смертью, вот, он готовился уйти уже перед 9 мая, говорил, вот-вот, давайте я вам в дар передам свои награды. Официальные награды он служил в Брестской крепости, ушел, отправил туда, а республиканские, они хранятся у нас. То есть и председатель Совета ветеранов тоже к нам пришел. О, как так, давайте мы продолжим вашу традицию, будем расширять вашу экспозицию. В таком плане. То есть планы уже вот наметились? Такие? Планы наметились, ну, они всегда были. То есть мы ветеранов-то не теряем. Не теряем уже вот воины-участники боевых действий. Это Афганистан уже отходит чуть-чуть, да, возрастные люди стали. Ближайшее поколение, это все помнят нашу Чечню, первую и вторую кампанию. Тоже мы их уже сюда, это тоже история, на которой, это тоже война, которую должны представлять и знать. И сейчас ближайшее уже пошли сирийцы. То есть у нас даже в Якутии есть ребята, прошедшие именно сирийскую кампанию. То есть уже в качестве либо срочников, либо там сержантов, старшин. То есть то же самое они в нашем... принимают участие и в мероприятиях, когда проводим со школьниками патриотическая работа. Потому что ДОСААФ это вот приняли считать, что это автошкола, мы не автошкола, мы непосредственно. Автошкола это есть, это отдельная организация, которая занимается обучением. А сам ДОСААФ занимается подготовкой к службе армии и военно-патриотическим воспитанием. Музей состоит из двух залов. Сейчас мы находимся в основном зале. И подробнее о нем расскажет нам Сергей Владимирович Прокопьев. Здравствуйте. Ну, давайте начнем нашу экскурсию. С какого же экспоната нам начать? Вот мы находимся возле памятника, масштаб который в 5 раз, наверное, уменьшен. Так, этот памятник находится в городе Фербинсе, посвящен русскому и американскому солдату, которые занимались перегоном Аляска-Сибирь. Аляска-Сибирь была подписана президентом Америки в 1941 году, и Советский Союз с Америкой в 1942 году согласовали, подписали договор, и вот она начала функционировать с 1942 года. Маршрут Аляска-Сибирь проходил. Американские солдаты перегоняли до Аляски город Фербинск, маршрут. И потом с города Фербинса, с Аляски,
наши солдаты перегоняли уже до Красноярска. Это 6 тысяч с чем-то километров получается. Маршрут проходил, да, Чукотка, Магадан, Якутия, ну и вот по реке Лени шел, и вот он уходил на Красноярск. Очень много участников, вот они Алсиба, потом уже стали, остались на гражданке, и, ну, как и после войны, перешли уже и уже занимались гражданской линией. Даже вот легендарный Кузьмин, который тоже занимался именно вот Алсибом. Такое знаковое событие, да, именно для Якутии? Вот Якутске, вот оно, в городе Якутске была дивизия краснознаменная перегоночная. Она находилась у нас, вот сейчас в Якутске, если взять район авиагруппы, вот там был поселок именно вот летчиков, которые находились, вот они именно занимались, доставлялись в аэропорт и перегоняли самолеты. Здесь мы можем именно раритетные вещи, да? Да, вот это, вот эти останки самолетов, это мы обнаружили Сергеем Георгиевичем Черныхом. Вот они, раньше был клуб «Отважный», вот они, вот эти занимались поисковыми мероприятиями в свое время. Вот здесь вот расстояние у нас получается, какие вот маршруты. Вот здание Якутского аэропорта вот, того времени, оно сейчас до сих пор сохранилось на данный момент. Даже вот легендарный Александр Покрышкин потом пересел вот именно на Аэрокобру. Вот американский самолет Аэрокобра. Вот, показан вот фрагмент, вот фотография, да, оно, ну, на каждой пашне вылаживали укладочную полосу, и это получался как бы у нас уже аэродром готовый, уже для посадки, аварийной посадки самолетов. По Якутии было очень много посадочных аэродромов запасных, потому что, ну... Почти во всех улусах. Да, почти во всех улусах. Вот были обнаружены консервы. Это все при падении. Вот. Пулемет, вот, американская, это поршень. Вот находятся бирки. Завода, где производили эти самолеты, да? Они производились в разных штатах, ну и собирались в одном. И по этим биркам, по номерным, мы уже устанавливали там приказом, кто был закреплен, летчики, и вот по этим. Так просто нельзя. Вот эта инструкция, вот, если изучить ее, можно сесть в самолет того времени и узнать все, что, да, да, там было. То, что они. На тот период не было ни охлаждающей жидкости, никакой подготовки там. Да. Ну, потому что навигационных приборов не было, которые высоту могли показать. Впереди шел опытный летчик, и за ним уже шли все остальные самолеты. Там какие-то погодные условия, снег пошел, и все, уже самолеты не могли уже набирать высоту. Вот женщины, которые обслуживали у нас, ну, следили за погодой, обслуживали. Даже, из Якутии, да? Да, Якутия. Вот они, ветераны. В Чмаеве нашли самолет. Вот это еще. Вот они. Потом. Прям самолет целый. Да. В Хандыге. Вот Тюнгели. Вообще по всей Якутии практически можно, наверное, найти, да? Ну, по маршруту взять, это получается Верхоянские хребты, потом Колыма, и вот оно уже, самолеты уже шли. Отсюда же вот эти вот вещи. Ну да, самое сложное было преодолеть, это Верхоянские хребты получается. Там, потому что свои
какие-то. Сложности, конечно. Да, свои сложности перелетов там, погодные. И кассу, если мы находили, мы старались привезти вот сюда. И здесь, там на месте вот устанавливали памятники. Памятники. А, вот такой вот памятник, да, вот да? Такие, в Тампонском районе. Такие памятники устанавливаем. Потому что это... История. Ну, история, конечно. Угу. Последний раз мы в Аймяконском районе были. Угу. Мы с детьми нашли самолет, но там угу. полностью он был при падении полностью раскидан был на мелкие фрагменты. А вы вот сейчас упомянули, что вы с детьми вот на экспедиции эти ездите, да? Ага, но цель тоже, наверное, вот это, конечно, изучить. Конечно, патриотизм, это детей, воспитание детей, чтобы они знали свою историю, угу. знали своих отцов, дедов, которые принимали активное участие в победе. И какая их реакция была? Они очень были довольны, угу. заинтересованы. Дети были с... Аймякона, с поселка Аймякона. Вот они помогали нам со школы, преподаватель был. Вот. Ну, такая большая работа, да, была проведена? Да, большая работа. В Хандыге мы ездили, в Хандыге, в Титары ездили, там тоже привлекали школу, школьников, и вот они помогали нам находить останки. Это Сергей Георгиевич нашел последнее. Сергей Георгиевич, это Сергей Георгиевич Черных. Угу. Он ездил в последнюю экспедицию, и сейчас в Ютубе есть фильм угу. «В поисках летающей лодки». Ага, вот они привезли вот этот. Ну, как якорь. Видимо. Это якорь, да. Это якорь? Это якорь. Это самолет, который садился специально на воду и мог там... Тоже того времени, да, вот, да, получается, это... 40-х годов? Ну, даже раньше, 30-х, наверное, годов. Ничего получается. Себе. Например, даже телезрители некоторые, наверное, не знали, что такие в те времена вот уже были такие самолеты. Да, там, потому что винты были деревянные еще. Они даже, ну, как бы. Винты деревянные. Да. Корпус деревянный, винты деревянные. Это они, в принципе, не сохранялись. А, это винт. Да можно даже дотронуться, представьте себе, да? Это какая история вот приключалась с этими самолетами связана, никто не знает, да? Так интересно. Памятник уже 2 года, наверное, года назад угу. установили в Хангаласском районе поселок Чкалово. Угу. Там вот установили винт самолета и как бы. Тоже как, да, там, да, там, ну, во время войны там была аварийно-посадочная полоса. Uh-huh. Они тоже садились туда, uh-huh. там установили памятник. Тоже. Потому что эта трасса была секретная, она же, в каких-то, ну, в 80-х, наверное, 90-х начали только рассекречивать, узнавать, а до этого uh-huh. она-то... Потом, после войны, она же, как уже начали применять, как уже гражданские uh-huh. аэродромы, вот она начала, гражданская авиация начала после войны развиваться, вот и uh-huh. благодаря вот этой трассе Алсиба. Uh-huh. И летчики, которые занимались перегоном, они уже перешли на гражданскую авиацию, и вот они занимались уже более опытные, летали на север. Тут тоже у нас... Есть второй большой зал, это посвящено именно, ну, уже людям, да? Да, именно войне. Угу. Давайте сюда. Великой Отечественной. Угу. Вот. Угу. Это Сталинградская битва, диорама. Угу. Можно наблюдать. Да, вот ее хотели. Один из эпизодов, да, военных. Угу. Хотели. Тут как окопа показано, наверное, да? Это да, как вот окоп угу. с нашей стороны. Вот. Так интересно. Миномет. То есть как-то можно, наверное, тут прочувствовать, вот, тут пройтись, заглянуть и примерно увидеть, что было в окопе, что там находилось, например, да? Это вот землянка.
Ага. Землянки сырой, да? Да. Вот такая маленькая была земляночка, да? Можно показать вот здесь. В три погиб, как песня поется. Ага. Нами был установлен... Раньше говорили, что один у нас генерал, вот Котельников Леонид Иванович. Угу. Наш земляк, якутянин, с Ленского района. Начинал служить в Белой армии, потом перешел в Красную армию. Это фотографии его, семейные фотографии, потому что мы, когда установили, начали искать родственников. Он вместе с Жуковым, вот, да, вот. Адмирал Жуков. Угу. Присвоено генеральское звание. Вот это вот газета 40-го года, где вот Котельников Леонид Ивановичу было, он 207-й номер, присвоено звание генерал-майор. Угу. Ничего себе. То есть, получается, это единый случай, можно сказать, да? То есть, что из Якутии генералом был назван. Да. Ну вот знаем, что он преподавателем был в высшей школе. И потом, а до этого, где он, может, где-то был в секретной службе. Тоже очень интересная личность. Да, действительно, оказывается. Но теперь, дорогие телезрители, мы узнали о таком человеке, потому что из Якутии был настоящий генерал, который участвовал вот именно в военных действиях. Да, вот он в ополчении под Москвой, вот он погиб в Подмосковье. Протодиаконов. Ага. Тоже очень легендарная личность. Вот. Выражение снайпер, артиллерист, это такое никто даже представить не мог. Вот это поисковые, вот это все поисковое внизу связано. А-а-а. Это вот с детьми выезжали, ну, школьники, студенты, вот они с Якутии. Да, и вот по местам боевой славы. И вот именно сперва обучали их, проходили курсы поисковика, что можно трогать, что нельзя, как производить правильно раскопки. Вот потом уже направлялись. Потому и что... вот все было найдено. Вот да, потому всех. Что вот это, видите, это вот это фрагмент гранаты. О, ничего себе. Да, вот он, ведь неаккуратно, если взять, то он неизвестно, может и взорваться. Ну, такое бывает, да. Да, поэтому как... Там случай был даже с Сафонией, да? Они нашли как ее, зажигательные бутылки, там, зажигательные смеси. Они до сих пор были в рабочем состоянии. Там, вот, когда с воздухом произошла реакция, они загорелись. Ничего себе. Ну, пришлось уничтожить их. Да. Поэтому... Вот такие это вот, вот это инструктора наши, вот они с ними ездили, с детьми, так, тоже фляжка. Видите, ничего с ней не случилось, а этот... Да, это, ну, можно предположить, что пуля действительно попала. Пуля попала, потому что она раскрыта вот от, это, от выстрела, получается. Это цветок, да, так называемый, от пули? Приоритетные вещи тут очень много, прям интересно очень наблюдать. Тут это действительно реально, да? Вот да. Это пистолет реальный. Это сигнальный. А, сигнальная. Ну, это и детям интересно. Они ездили по всей России, начиная с Крыма, кончая там Подмосковье. Да. Ленинград, где как там болото. А это сколько лет уже вот продолжается вот эта вот масштабная программа, сейчас, можно сказать? Сейчас, пока оно все это, вот с пандемией все это стало. Пока что. А так с какого года примерно? Ну, это уже у нас, ну, лет 5, наверное. А потом уже последние года 3 уже никуда не ездим. В таких музеях, чтобы хранить память, да, чтобы хранить историю, это очень важная цель, действительно. Ну, да, не, конечно, мы обучаем здесь не только патриотизм, но и историю обучаем, чтобы они знали свою историю хотя бы.
Вот фотографии, видите, это вот призывной пункт. Вот отсюда, вот, вот да, это, да, 42-го года, вот они их собрали, и отсюда их... В Якутии, да, получается? Это Якутск, это Якутск, и потом уже их на паром, и как вниз по реке они пошли на фронт, ну, в Иркутскую область. Раньше так добирались они. Конечно, мы не стоим на месте сейчас, пандемия-то закончится когда-нибудь, и все равно продолжим. Ну а сейчас мы находимся во втором зале, о котором нам подробнее расскажет Виктор Григорьевич Иванов. Добрый день. Добрый день. Да, мы находимся во втором зале, малый зал нашего музея. Здесь представлены в основном личные вещи, виды оружия, форма, снаряжение периода гражданской войны, периода Великой Отечественной войны. Ну, есть немножко вещей, представленных с кавказских наших событий 90-х годов, да. Экспозиция, в принципе, состоит на 80% из оригинальных экспонатов, которые были переданы нашему музею для экспонирования, с частных коллекций, и есть вещи, которые как бы изначально принадлежали музею боевой славы. Экспозиция, она периодически меняется. Вот сейчас, вот, допустим, готовимся к столетию автономии и СССР, да, и опять же, периоду гражданской войны, то есть немножко вот уголочек подготовили по экспозиции, да, посвященной гражданской войне и Первой мировой войне. То есть, потому что как бы всем известно, что последние бои гражданской войны закончились на территории нашей республики. Вот каждая вещь, получается, вот это вот интересные, да, вот эти вот очки даже, это все оригинально? Это все оригинально, да. Вот эта вот витрина посвящена войскам Германии образца 40-х годов, то есть представлены экспонаты офицера, личные вещи, ну и форма одежды, головные уборы, да. Также как бы вот гордимся бюстом Сталина, который сохранился у нас с, ну не скажем, не с раннего там периода советского, да, но по крайней мере с 70-х годов он, этот бюст у нас присутствует. ДСАФ, и сейчас находится в экспозиции музея. В нашем музее также представлены в этом зале виды оружия стрелкового, ручного стрелкового пулемета образца 905-го, образца 38-39 года. В отличие от многих музеев, таких больших и центральных, да, в нашем музее можно к этому оружию прикоснуться, посмотреть, да, вот, его, да. Даже невозможно подумать, что это вот оригинальное, да? Ну это да, то есть эти пулеметы в свое время использовались, потом были приведены в музейное состояние и переданы для экспозиции в музее. Очень популярны, да, очень популярны у нас, кстати, среди детей именно вот стрелковое оружие. Наверное, всем, да. Всем нравится, да. Сначала они значит, внимательно все смотрят и слушают, а потом, когда им даешь в руки подержать, это вообще просто для детей неимоверный эффект счастья. Они первым делом все такие, да он же такой тяжелый, как же с ним там ходили, воевали. Ну, вот. А давайте я тоже попробую. Пожалуйста, конечно, давайте подойдем. Сами давайте попробуем, действительно это тяжело или как? Вот это все можно потрогать, да? Это практически, да, все можно потрогать. Ничего, но, конечно, себе. Так как мы находимся в музее, да, то есть там прибежать, схватить самому, конечно, не рекомендуется, а получить разрешение. Возьмите, давайте. Я держу микрофон. Ну-ка. Ух ты! Да, действительно, вес такой. Вес, да. Ничего себе, целый день такой вот искать. Кажется, практически 5 килограмм веса выходит. Да. Это оригинальное все, да? Это да, оригинальное. Это 43-го года выпуска. То есть он успел пройти боевой путь, у него, скорее всего, есть. Но мы, конечно, точно не знаем, в какой период и сколько там он использовался. Как интересно. Наверное, это единственный музей, где можно вот потрогать и почувствовать экспонаты. Ну, скорее всего, да. На территории нашей республики, я думаю, что это один из таких немногих музеев, где можно ко всему прикоснуться и все ощутить своими руками. Сейчас, потому что очень много информации как бы в интернете, то есть мы можем, да, там любую картинку открыть, да, все прочитать, а вот именно прийти, почувствовать, потрогать, пощупать, какое оно на самом деле было, это да, только вот немногие музеи могут это предоставить. Это действительно так.
А еще я знаю, что у вас прям, ну, вот, разбирают, да, вот эти какие-то оружия. Да, у нас при региональном отделении ДОСАВ имеются военно-патриотические клубы, клуб военно-исторической реконструкции. И вот во время проведения занятий в этих клубах, то есть мы учим детей и учим наших курсантов, как правильно собрать, разобрать, как привести в порядок оружие не только современное, но вот это историческое тоже. Потому что историю забывать нельзя, историю нужно изучать и сохранять. Поэтому вот в силу своих, как бы, возможностей мы эту историю сохраняем и передаем ее будущим нашим поколениям, ученикам нашим, нашим курсантам. Ну что ж, дорогие телезрители, сегодня мы побывали в очень интересном музее, музее боевой славы, где можно действительно прочувствовать и потрогать даже ту историю и восхититься героизмом наших соотечественников. Ну и на этом наша сегодняшняя передача подходит к концу. Смотрите нас в 11:30 утра каждый день. До скорых встреч!